плохой Говоря музыки. Говоря о готовке и еде, ведь всем известно, что вы весили почти 150 килограммов, потом потеряли вес, написали книжку об этом. Да, 150 килограмм. И потом я сбросил вес, потом снова набрал, и потом я написал книгу. Большим хитом. Даже в России было радиошоу «Два человека, два актера». Мужчина и женщина, они играли меня и Веронику Скавинска, которая написала книгу со мной. В общем, да, это был большой хит. Говорят, что вы начали терять вес после той ужасной истории, когда вы были заложником, и самолет, в котором вы со своей подружкой летели, был захвачен террористами. Нет, это было гораздо раньше этого. Да, действительно, похищение самолета было после этого. Нет, я решил сбросить вес, потому что я хотел сбросить вес. Вы знаете, я был слишком большим, и я решил сбросить немного весу. Это заняло у меня год, и вы знаете, все виды диеты работают. Главное — следовать им и продолжать придерживаться их. Вот это трудно.